Внеплановые проверки управления Роспотребнадзора проходят на предприятиях торговли «Мариэл». Санитарные врачи выясняют, есть ли на прилавках запрещенные продукты питания из Турции. Напомню, что в связи со вступлением в силу ограничений на поставки из Турции некоторых продуктов питания, Роспотребнадзор объявил о масштабных проверках магазинов и рынков. Эксперты ведомства проверят, действительно ли с продажи исчезли турецкие овощи, фрукты и мясо. Впрочем, турецкие продукты питания в продаже все-таки еще встречаются, но согласно представленным документам, они были введены в Россию еще в прошлом году. На начало 2016 года проведено уже более 20 проверок таких объектов и продукции Турецкой Республики, ввезенной после 1 января 2016 года, не обнаружено. До 2016 года четверть всех импортных цитрусовых в Россию поставляла именно Турция. На ее долю приходилось около 20% всех ввозимых овощей. С вступлением в силу санкций турецкие овощи и фрукты заменили аналогичные продукты из Египта, Марокко и отчасти России.